Сегодня у нас 20 июня 2015 года. Это деревня Потеряевка. Вот, и мы идем в наш лагерь. Православный идет в храм. Каждый идет по двое, по парам. Вот. Будем молиться Господу Богу нашему. Сестра Людмила поливает. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Евангелие от Марка, чтение. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцатым, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Воскресенье
Все, выходим за ограду. За ограду выходим. За ограду выходим. Сестры, за ограду. Людмила, подожди. Людмила, кепку закрой. Что я тебя закрываю в жизни своей? Наказание. Прости меня. Так, поближе сюда подойдите. Я хотел спросить, кто нуждается в том богатстве, каким мы разбогатели, бесплатно? Мы сделали много веников. Кто примет завтра, если мы принесем веники? Веники в бане парятся. Примите? С удовольствием, бесплатно. Три. Так. Сколько? Два. Два. Два, пять. Пять. Так, это из одной. Так. Кто там есть еще у нас? Надо узнать. Так, два. Семь. Так. Кустина. Не знаешь, воробаши. Еще знать-то? Отец на работе нету. Лена? Ау. Веников, березовых, парится в бане. Сколько подарить вам завтра? О. Мы пойдем на службу и захватим. Мы разбогатели нечаянно, просто богатые стали. Всю неделю делали веники. Три. Так, два, девять. Сколько? Ну, хоть примерно скажи. Ну, три веника хватит. Сколько надо? Три. Три. Десять. Нет, десять? Было девять. Десять плюс... Подожди. Девять плюс три. Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать веников надо. Ну, ладно. Ну, вот все, пока. Если завтра будет занятие, заранее скажи, чтобы знали, где будет. Здесь
Да. На сколько назначить, чтобы люди готовились? На час, да? Все. Бабушка, я же вот так не спали, я вот так вот стоял, на бабушке спали. Нет, он хлебом занимается. По телефону ты не спала, ты дома. Вы спали? Я говорил, у тебя глаза. Володя, я сейчас...